Нелюбимая дочь солиста Непары. Первая жена экс-солиста группы Непара и мама его старшей дочери Майи Светланы впервые рассказала о сложных взаимоотношениях с бывшим мужем. Недавно Саша дал интервью популярному изданию, где рассказал, что наша общая дочь Майи – ужасно меркантильное создание, и якобы от известного отца ей нужны только деньги. С возмущением начала свой рассказ Светлана. Ни я, ни дочь никогда не сказали в Сашин адрес ни одного плохого слова за все годы. А он такое себе позволяет. На 18-летие Майи 3 года назад знаменитый отец сделал ей своеобразный подарок. Позвонил и сказал, что больше не переведет ни копейки. Совершеннолетняя пусть идет работать. Но дочь хочет поступать в институт, получить высшее образование. Робко возразила Светлана. Я оплачиваю ей репетиторов, на что бывший муж и отец ответил жестко, тем более пусть сама зарабатывает. Затем добавил с некоторым пренебрежением. И вообще, зачем ей высшее образование? Самое обидное для Светы и для самой Майи, Александр не верит в дочь, неоднократно знал со слов ее бывшей жены, а говорил обидные слова в ее адрес. Тем самым порождает в ней комплексы, что она нелюбима отцом и не нужна ему, подчеркивает подруга семьи, адвокат Крылова.